Здравствуйте, 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 уважаемые зрители, первые, самые ценные, самые. Сегодня, конечно, параллельно идет Take TV, Reloaded Invitational, но не хотелось проходить мимо Антека, хоть на нем принимает участие не так много игроков, но все-таки приз в 200 евро. Собрал там 200 участников. Вот, поэтому мы с вами посмотрим через некоторое время. Сейчас начался только раунд 5. А мы с вами будем смотреть четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Как-то так. В общем, пока что идет, можно сказать, тест. Тем более, что Локи что-то крутит, вертит, включает, выключает, ломает, как обычно, в общем. Макер, привет, привет. Кстати, сегодня добавили новые коды, учитывая то, что все старые раскупили. И сегодня добавили, кстати, коды на 3 месяца, 6 месяцев и год, между прочим. Подписка имеется в виду. Но достучаться вы сможете только через магазин наш. То есть в плеере пока еще ссылок нет. То есть нужно зайти в Good Game Shop, увидеть товар, и там 4 ссылки. Туда, 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 туда. Вот. А через сколько дней вам надоест Диабло хардкором проходить? Наверное, когда каждый из нас сдохнет раз по 20 на Инферно. Или раньше. Но я думаю, что будет все очень интересно. То есть не надоест. Нам, по крайней мере. В ближайшее время. Как относишься к... Без понятия, что это такое. Так быстро. 20 раз сдохнуть, это мало же. Вы не понимаете, 20 раз сдохнуть, прокачавшись или взяв аккаунт 60-го левела. То есть это очень... Это же не софт-мод, это хардкор-мод, поэтому... Вроде идет стрим на основу. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Где в магазине можно код купить? Посмотрел, не увидел. Как ты не увидел? Как не увидел? Может быть, он не отображается? Доступ к HD-трансляции, вот, пожалуйста. Есть. Может, действительно он не отображается? Нет, есть. Там просто картинки нет. Вот она ссылочка. Короче, речь идет о том, что появились подписки больше, чем на месяц со скидками. С такими приятными скидками. Вы посмотрите, сокращается там хорошо. Вот, ну там по классической схеме взяли. С Димой посовещались. Да, ты кидаешь слепой, спасибо. Да не за что, главное, что ты прозрел. А так уже можно покупать? Можно покупать. Варвар, варвар. Пипс пишет, варвар, варвар. Мы очень много времени провели в спорах о составе, и я думаю, еще больше проведем этого самого времени в спорах о выборе персонажей. Скорее всего, даже сделаем парочку... трансляции, посвященных именно определению партии. Сейчас выяснилось, что один из варваров, ну, по крайней мере, один из игроков не будет принимать участие. У нас четвертое место осталось вакантным. Мы будем двух зайцев мочить. Первый заяц — это тот человек, который станет четвертым в этой пати. Пипс, брат и я. И второй заяц — это более тщательный выбор четвертого класса. Учитывая намеки на вроде как полезного вич-доктора, вроде как не бесполезного демон-хантера, еще я монка продвигаю, Пипс хочет варвара второго, в общем, тяжело. Блюдка спрашивает, почему Поми называет, да, топ игроков очень-очень-очень жесткими цитатами, прямо, я не знаю, как... Во, лагает иногда основа. Кажется, мы этого и дождались. Да, у меня тоже сейчас лаг проскочил. Ну, Сереж, я думаю, нужно некоторое время для того, чтобы, получив фидбэк от вас, исправиться. Он и после того, как совершает подобного рода ошибочку, чаще всего извиняется или пытается как-то сгладить, но... Буферить периодически на 1-2 секунды. Сейчас мы еще поставим какую-нибудь игру. И буфера будет больше и чаще, я думаю. Оунит сегодня будет. А Оунит уже есть, просто он не появился. Он появляется только когда там больше 10 зрителей. И, насколько я понимаю...
Ля-ля-ля. Да, снова лагает. Там Локи, надеюсь. Здравствуйте еще раз, здравствуйте, новые зрители. Майкер смотрел тот марафон в бетке Diablo 3, кто быстрее убьет Леорика. ВД хорош в плане крауд-контроля. Ну да, спам у него хороший. Там и на будущее. Самое ценное — это все-таки не лягушки бесконечные, а то, что появляется потом. Биг Бэт Вуду, конфьюжн массовый, опять же, все с рунами. Биг Бэт Вуду с двумя рунками, который дает хил 5% каждую секунду. То есть он не... он относительный, а не абсолютный, что важно. Относительно запаса здоровья. Такие скиллы особенно важны. Сейчас, мне нужно... Основа лагает. Я вижу, что лагает. Я тогда включу овнит. Судя по всему, так будет проще. Я думаю, что мы с вами пофлудим немножко. Чуть-чуть. Заодно там Локи потестит все, что хотел. Да, все, он вернул классический сервер вовзовский, и сейчас должно быть все ок. Так, выходим из игры. Ой, значит, план у нас следующий. Мы ждем, когда закончится пятый тур. Тут уже первые матчи сыграны. Сейпло выиграл Dark Force, Тарантиус выиграл Сиза, Вильямс Нерч в данный момент играет. Но еще часть игроков, а именно три, насколько я понимаю, пары. Блай, Сливка с Цитоплазмом. Вот за Сливкой будем смотреть. Они еще не прошли четвертый тур. Надеюсь, Сливка с Цитоплазмом выиграет. Они там до одной победы, поэтому, скорее всего, Сливака, Убивака, Улыбака, Столивар играет вовсю, да? Да, уже играет. 28 как секунд. Нифига в себе я пропустил. Ладно, не беда. Вообще, я планировал простримить только полуфинал и финал, учитывая то, что параллельно с помидором стрим идет. Не хочется, конечно, делиться и вас заставлять разрываться. Вот, поэтому мы вообще, считайте, просто развлекаемся сейчас. Чем вы занимаетесь, если основа все так лагает, как и в первый день, когда ее поставили? Было уже 6 походов в Ростелеком. Была приобретена новая мама, процессор, три разные памяти. Ну, что-то не приобретено, что-то взято просто. И там даже опытный товарищ, айтишник, он до сих пор не может понять, в чем проблема. Симптомы одни и те же. Там пищит мама, что одна, что вторая. Полная совместимость с оперативкой. Напиши Сливке, чтобы рез сделал. Зачем? Нет, я не буду делать то, что рекомендует револьвер. Пока не объясни. Сегодня, в частности, Рома, Спирит, который занимается как раз сервером в данный момент, он взял третий тип памяти. Хоть и прошлые две плашки, они стартовали на этой маме, но взял третью плашечку еще, которая по спецификации полностью подходит, и будет ее еще мучить. У него на руках абсолютно новая материнка, два процца, правильные, совместимые, естественно, и три типа памяти, и он не взлетает с одинаковыми симптомами. Ну, то есть там вообще нештатная ситуация, это не... В большинстве случаев виноват провайдер. Вообще не шаришь. Вопрос столетия, как продлить премиум? В данный момент просто лучше купить следующий, и все. Место есть. Тан-та-дан-та-дан.
Да, код можно купить заранее, он активируется с первым входом. Опа, там что-то... Фраер в игре. Интересно, в какой игре? Давайте посмотрим. Сливка выиграл, Сливка играет. Ай, черт. Все это по гарантии или за свое бабло? Неисправных тем, получается, нет. То есть, когда мы привели маму рабочую, типа новенькую, свеженькую, и она решила не стартовать, начала пищать, что память неправильная, хотя с этой памятью она уже работала, мы начали грешить на нее, потому что память переткнули, прот запасной уже под рукой был, то есть она пищала неадекватно на ту память, с которой раньше работала, типа несовместимый тип памяти. Мы подумали, что мама того. Когда мы взяли точно такую же маму, абсолютно только такую же по модели, и она начала пищать абсолютно так же, с той же совместимой памятью и с двумя разными рабочими процессорами, вот тут уже был конфуз. Потому что реально сейчас совсем непонятно, что может... Ну, есть, конечно, варианты, что просто тупо БП не тянет, если бы на этом же самом БП все раньше не работало. Ну, есть, конечно, темы, что мощность там снижается со временем, но времени не так много прошло, чтобы БП начал подздыхать и не давать заверенный. Тем более, это серверный БП, а не какой-то нонеймовский. Да, вот по блоку питания тоже, видите, БП. Ха. Вот, то есть там с основным сервером нашим любимым все еще эпопея не закончилась. Как только он закончится, и мы перестанем упираться в прерывание, то сможем полноценно использовать оптический канал. Блок питания стандартный, супермикровский, который с двухюнитовым корпусом. Там блок питания, во-первых, он там их два для начала. Они работают по параллельной схеме. Если один из них вырубается, то... Ну, короче, стандартный супермикровский БП. А писк не расшифровывается? Писк расшифровывается как несовместимая память. Мы... Ну, если бы на этой самой памяти мама уже не работала, мы бы к нему прислушались. Блин, прикольно. Может, кто-то из айтишников сейчас... Давайте, учитывая то, что у нас все равно пауза, я кратко еще раз акцентирую ключевые моменты. Есть новая мама, есть вторая новая мама, и есть три плашки памяти, которые две из них по спецификации совместимы, одна несовместима, но она на ней стартовала, то есть память работала, этот сервер работал. Есть два проца, там i3, i5, но сокет один и тот же, кажется, 1155, тоже, естественно, совместимы. Процы новые, мамы новые, память одна старая, две новые. При любой из последовательностей идет 5 коротких, один длинный. По, мама, кажется, MSI, по их расшифровке это несовместимость памяти. Все. Вот такие вот исходные данные. Какие мысли? Привет, там клан воров XOP, не подскажешь, где посмотреть? Нет, к сожалению, не знаю. Блок питания может хоть позолоченный, один из четырех может просто выдавать пиковый скачок. Ну, там БП-то, я даже не знаю, чего ему напрягаться. То есть, по сути, она не стартует даже минимальной конфигурации. Даже на i3 с минимальным потреблением, без там дополнительной сетевой карты, это крайне маловероятно. Вот. А ты тестом оперативку тестил? Так, ребят, ну не пишите чушь. С таймингами. Параметры АЗУшек. Тоже весьма сомнительно, потому что никакие настройки не трогались в биосе. По дефолту все должно стартовать. Может, материнка полетела? Мы думали, что полетела материнка, заменили ее на другую, и она стала выдавать при первом же запуске такие же симптомы, типа не знаю, что за память. Типа оперативки одинаковые, естественно. Ну, то есть они все типа совместимые. BIOS незачем перепрошивать, потому что все работало без перепрошивки. Ошибка в биосе. Ошибка в биосе. Ошибка в биосе. Хорошо, добавлю эту версию. Это более-менее реальное все-таки. Но опять же, на двух мамах. Хоть они одинаковые, но версии BIOS-то могут быть разные. Раз меняли материнки, процессоры и память, значит, логично, что это не они.
Но в том-то и дело, что кроме них и БП ничего в схеме не участвует. Что с памятью решим проблему легко. Уже рассказал. Привет всем! Мы готовимся к просмотру очередного онлайнового турнира Антек. 200 евро, все дела. Вот, но у нас есть еще сейчас немного времени, пока там еще четвертый тур не доиграли, Сливка в частности. Мы к нему прыгнем, конечно, после этого матча. А, пропустил этот кейс. Блин, долго повторять. Мощность БП маловероятно, что БП не тянет, потому что БП там 2 по 400, это 2 БП. Это серверный блок питания. Один, даже один из них должен тянуть эту минимальную конфигурацию с большим запасом. То есть без там дополнительных сетевых, с небольшим количеством винчестеров в рейде, в железном имеется в виду, он там должен есть, ну не знаю, 150-200 ватт максимум. 2 БП суммарно могут давать до 700 ватт, насколько я помню. В памяти дело. Три плашки памяти разные пробовали. Ну, сейчас две пробовали, сейчас третью купили. Очень весело. Привет! Без оперативки мамка стартует нормально. Как мамка может без оперативки стартовать? На столе я пробовал собрать. Так нет, вот сегодня как раз Рома и будет у себя собирать дома. Память поменяй, весь комп поменял, память поменять не догадался. Внимательнее слушай. Две, как минимум, плашки памяти сегодня еще третью приобрели. Все они рабочие. Они ставятся на другую маму и работают. Пять коротких длинных нет в природе. Они есть, просто есть универсальные сигналы, есть сигналы по производителям. Поэтому... Вот. Переснови винамп. Конечно, по одной пробовали. Пробовали по одной в разные слоты. Да, он, наверное, хотел сказать, что мама говорит без СЗУ. Я вот не знаю, действительно, пробовали или не пробовали пробовать послушать маму без СЗУ. Но, скорее всего, она также пищала бы на отсутствие памяти. На питание по симптомам похоже. Ну вот, я не знаю. Вот есть сервер, да, вот это вот. На нем сейчас крутится тот же самый RAID-контроллер. Там стоит мама, я не помню точно какая, процессор 3440, ксенчик такой довольно старый. Но энергопотребление у него хорошее, у него больше энергопотребления, чем у того i3 на Сэнди, который мы пытались ставить. То есть, и это все дело работает. И оно работает с той памятью. То есть это еще одно подтверждение, что память рабочая. То есть мы приходим, ставим новую маму, ставим новый процессор, либо одну маму, либо вторую маму, либо один процессор, либо другой процессор. Берем гарантированно рабочую память, одну вставляем, говорит память неправильная. Берем гарантированно рабочую вторую. Они вот только что работали на соседнем, на этом же БП. Ставим, не работает. Ну, погрешили на маму сначала. Погрешили на маму, маму заменили, а когда новая мама приехала, она также начала пищать на память. Может вообще FDM? Да нет, нет, нет. Память по спецификации подходит. Там правильные DDR-ы, буферы, там регистрит, все как надо. Вы в сервер десктопный прод пробовали засунуть? Да нет. Там и, насколько я помню, в серверных решениях и те же самые маркировки сохраняются. Просто я не помню, какая именно модель. Скинь номер мамы, скинь номер мамы. Мама, мама, мама. Сейчас, секундочку. Это я, кстати, смогу сделать. Здорово, что мы еще хоть что-то сейчас полезное, может, решим. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Так, кто у нас там? Глеб, да? Глеб. Чик-чик-чик, чик-чик-чик.
А, материнская все-таки супермикровская. То есть она... Да, вот сейчас скину модель мамы. Но я еще раз повторю, что есть, по сути, две рабочие мамы одинаковые, которые одинаково пищат. То есть они, по сути, все молодцы. Да, вот 5 коротких, один длинный memory error. Ну, поэтому, собственно, и экспериментировали с памятью. Но, повторюсь, память рабочая, и на этой маме эта память уже стартовала. Поэтому мы и погрешили на маму. А потом, когда поняли, что и другая мама таким же образом ругается, то уже даже не знаем, на что грешить. Что знаешь про геймерские лицензии? Непонятный вопрос. На какое-то замыкание об корпус. Сборка на столе лучше. Кстати, конструкция мамы может. Учитывая то, что... Но с другой стороны, супермикровский корпус, супермикровская мама. Какое к черту замыкание? Там же по конструкции не может быть такого, что ты какую-то маму суешь в какой-то корпус, и непонятно, какая там у тебя подложка, где она может контачить. Это же все-таки более надежные темы. Не-не-не, там человек не того уровня, что память не умеет вставлять. Вы чего? Он айтишник с сертификатами. Рома-то знает, что делать. Бубен, да, вот мы... Он сказал, что, скорее всего, айтишных богов прогневал, потому что ситуация сверхнештатная. Ля-ля-ля. Про геймерские лицензии это относится, скорее всего, к Южной Корее. Там ассоциация Киспа, и без прогеймерской лицензии ты не можешь принимать участие там-то, там-то, там-то. Повтори конфигурацию еще раз плз. Да не стоит. Майкер, если вы собираетесь проходить на хардкоре Diablo Perso, качать 24 часа в сутки, сколько стрим длиться будет? Но учитывая то, что игру первую, вторую и третью уровень сложности, я думаю, можно будет пройти где-то за одну неделю максимум. Самый большой вопрос, сколько мы будем штурмовать Инферно. Как относитесь к популярности Поми? Здорово, что Поми начал стримить. Подскажи насчет продления премиума. Что как? Самый простой способ это заранее купить ключ. Просто на там следующий месяц, там, да, и так далее. А он активируется только после того, как ты его вставляешь в плеер. Срок идет. Не после покупки, а после того, как ты вставляешь. Вот мы сделали на 3 месяца сейчас премиум и на 6, и на год. Все это, соответственно, с увеличивающимися скидками в зависимости от срока. Ссылки есть в магазине, в Good Game Shop. То есть, так, как-то так. Надеюсь, ты понимаешь, что не умереть на Инферно невозможно. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что будем сдыхать. Именно для этого собираем информацию на софткоре, специальной группой людей. Именно поэтому спланировали боевой резерв, список персонажей, ваших персонажей, которые вы при желании 60-го левела имеется в виду, передаете нам после смерти одного из нас. Вот, все это для того, чтобы не останавливаться после смерти, не опускать руки, не терять время. Конечно, никто не собирается умирать, естественно, но это как в боксе. Есть план до первого нокаута. А как с первыми же монстрами начнем говорить, там уже станет понятно, что будут смерти. Сейчас мы потихонечку начинаем пересматривать выбор персонажей в зависимости от как раз вот из-за специфики частых смертей. То есть больше армора, больше ресистов, больше лайфстил, там больше. Когда Димага начнет стримить, он сказал, что через неделю, это было 3 дня назад. Надеюсь, что в ближайшем будущем. Но есть конференция стримеров, и у нее там, как я уже говорил, у мамы по здоровью проблемы. Он сейчас, в принципе, не стримит, как вы заметили. Нантейк ТВ, Титан против Касса. Я в курсе, я не буду стримить этот матч, безусловно, потому что сюда пришел только для того, чтобы постримить Антек. Вот он, Антек. У Помидора я не буду зрителей забирать. Первая рандомная смерть будет еще на нормале, готов поспорить. Но если бы мы с тобой были лично знакомы, то я думаю, что мы можем поспорить. На нормале смертей не будет с вероятностью 98%. Потому что это лайтовая версия, там клик-клик-клик.
Если вы будете 24 на 7 и умрете, никто к этому моменту, как вы... Естественно, естественно. Мы, скорее всего, будем остановимся на определенном моменте. Мы же... там будет изучение монстров, проверка на дэмэдж, на ХП, ну, на новом уровне сложности. И как только ты понимаешь, что риски возрастают настолько, что ты уже не можешь контролировать, гарантировать, что ты выживешь, скорее всего, мы, если пула резервного не будет, то мы вернемся перепроходить прошлый акт. Или будем там фармить некоторое время, пока не появится резерв боевой на прошлом уровне сложности. Как-то так. Реально 24 на 7? Не, не 24 на 7. 24 на 7, естественно, физически мы играть не сможем. Поэтому есть вторая группа, которая будет играть, когда мы будем спать. Сколько денег дали по итогам месяца, по итогам премиума? Там получилось почти 1400 долларов. Очень хороший бюджет, который реально промотивировал стримеров. Ну просто, там, Поми начал. И Титан сейчас заинтересовался, сегодня только с ним говорили. Надо сейчас основу, правда, вырубать, потому что она уже лагает. Что там у Поми и у меня. Вот. Так что там бюджет хороший. И если вдруг... Ну, то есть, во-первых, я хочу сделать отчет, наверное, в течение ближайших 2-3 дней мы его подготовим. Как раз Локи приезжает в гости, пообщаемся, он проездом в Белгород на несколько дней. И мы подготовим такой небольшой отчет о том, что было проделано по премиум. Понятно, что стримеры начали делать там больше и качественнее стримов, там раза, наверное, в 2,5. То есть где-то 2-3 стрима в день вместо одного фичера это получилось. Но у нас там по списку довольно много изменений. Таких вот просто чтобы читаться, показать, какая движуха идет. Зачем вообще такое скоростное продвижение? Потому что мы любим играть в Диаблу. Помним, как играли в первую и вторую. Потому что мы хотим ачивку получить. Хотим стать первыми в мире. Вот. Подскажи стату Брюса. А, не помню. Там 60 на 40 где-то у него. Почему так боятся умереть в Диабле? Ну что это будет хардкор, и когда ты умираешь, типа пропадает персонаж шмотки. А за ДХ же хочешь играть? Мы думаем сейчас, ДХ, Вич, Доктор. Или второй Барп, или Монг. Пока что думаем. Первыми в мире, учитывая то, что считай, с учетом, что Китай стартует раньше. Почему? Китай стартует раньше? С каких-то пор? Что за информация? Кажется, первый стартует европейская. И Китай, и Америка стартуют позже. Пруф, пожалуйста. Ну и русская, естественно, позже. Премиум окупился полностью. В смысле? Премиум, в принципе, это не окупаемая вещь, что это, то есть это все, изначально плюсовая вещь. А, ну если учесть стоимость сервера, то да. Мы уже планируем ставить сразу два, но проблема исключительно в площадке. Мы арендовали сейчас один сервачок на всякий случай, если первого не хватит. Но это так. Ой-ой-ой-ой, все в Китае, все в Китае. Что там, что там, что там? Часовой пояс. У них день раньше начинается. А, в этом плане. Да нет, у нас просто, я думаю, что за счет более сплоченного комьюнити у нас есть шанс победить. Мы попытались разделить всю вот эту вот глобальную цель на подцели, что нам необходимо для того, чтобы добиться успеха. И пришли к выводу, что исключительно благодаря поддержке комьюнити мы это можем сделать. За счет пула персонажей, за счет сбора информации, за счет сбора ингредиентов на крафт. То есть там такое прям коллективное будет. И победу мы будем делить все вместе. Вич-доктор пригодится на Инферно из-за кучи контролей. Намного проще будет выживать, когда бегают в фирах и не бьют вас. Ну, лучше уж тогда в конфьюзах. И с рункой на дополнительные 20% дэмэджа. Мы все хорошо скиллы изучили, еще будем дальше изучать. Но у Вич Доктора, хоть и отлично, он саппортер.
Реально очень хороший саппортер. И вуду, и пассивки с снижением кулдауна и увеличением регенерации в 4 раза при КД. Но это еще будем обсуждать. Так, там титанкас я в курсе. Азиатский откроется в 0.1, евро в 2. А, ерунда. 2 часа разница, не столь важно. А кто в команде? В команде пока 3 человека, мы ищем четвертого. В команде Пипс, такой хардкорщик относительно в D2, и человек, которого мы хорошо знаем, он нормально комментирует. Есть Дима, брат, которому я доверяю, и который, по крайней мере, в аналитической части хорош, очень. Вот, ну я так, пописать, как говорится, вышел. Тоже поиграю, потыкаю, конечно. А четвертый пока не ясно. Брюс на стрим не хочет? Нет, не хочет он. Как же Бонич? Бонич не хардкорщик. Мы об этом с ним говорили. Он будет играть в Диабло. Ой, там только что Сливка доиграл. Посмотрим. Давайте надеемся, что он выиграл. Потому что если так, то... Давай, давай, цитоплазма. Поражение. Все, Сливка выиграл. Вылетел. Сливка вылетела. Кто у нас остался? Блайчик только, да, получается? Блайчик, блайчик, блайчик. Печалька. Печаль. Блин, а может и Блай вылетел? Кажется, он тоже проиграл. Да, Блай палочком проиграл. Ну, ё-моё. Кажись, у нас будет... Ну, нерчу, конечно, есть. Сейпло жив. Но из наших никого нет. Вот два последних зерга, они откололись. Ё-моё. Это грустно. Это очень грустно. Майкер, ты знаешь стримера Athen? Да, знаю, конечно, такого. Он любит делать World's First рекорды, и у него очень много фанатов, которые помогают. Ясно. Хорошо. Рев что-то пишет. Напиши сливки. А, там цитоплазм с Рейнбоу сейчас будет играть, залезай к ним. А, у меня нет ни того, ни другого. Ну, писали цитоплазм, может, нас помнит. Привет! У нас небольшая трансляция, так параллельная с Поми, для того, чтобы закаверить Антек. Все-таки онлайновый турнир, 200 евро на кону. И дело близится к сеточке. Не думали сделать одинаковое качество для премиума и основы, но различить только в добавлении рекламы периодически? Нет. Скорее мы просто добавим через некоторое время, если будет реклама на основу. Вот и все. Будет приносить дополнительную денежку. Потому что AD-блоки и разницы между основой и премиум уже нету. Здравствуйте. Какой смысл? Непонятно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Что-то я где-то беспредел устраиваю, не знаю где. Все, продлил премиум на 6 месяцев. Можно будет нормально смотреть. Добро пожаловать, Джесс Владимир. Ты с нами на полгода. А что за премиум? Какая к черту 30-секундная реклама? В какую клаку катится ГГ? Да, гораздо проще, когда никто ничего не получает за стримы, и при этом зрители говорят, а стримьте больше. И говорят еще при этом, а мы готовы вам еще денег платить. А ты все равно делаешь бесплатно.
Короче, премиум показали, что, во-первых, я не понимаю, еще раз я повторю ключевую информацию, сейчас вы просто все поймете. Во-первых, рады эти пользователи, которые купили премиум. Это где-то 5%, они довольны, они купили, там порядка 400 уже подписчиков на премиуме. Вот, потому что они хотели получить отдельный канал, отдельный сервер, чтобы ничего не лагало, получили, картинка хорошо, да. Рады должны быть и те, которые смотрят стрим на основе, потому что этих стримов за последний месяц стало в 2,5 раза больше. От фичерд стримеров, я имею в виду. От Абвера, от Поми, немножко было, конечно, от Стрелка, всего 4 трансляции, от Братка парочка стримов, Револьвер подключается, и это, ну я тоже сделал где-то порядка 14 стримов за это время. Что довольно много по сравнению с тем, что было до этого. Вот, и о чем возмущаться-то? Поэтому все ок. Нас никуда не приглашают. Пока еще игры нет. Есть нерча, но боюсь, что он нас не пригласит. Вот, и появилась мотивация у стримеров делать стримы чаще, работать над тем, чтобы трансляции были лучше в плане качества. Вот, видеозаписи стало больше. Какие вообще, я не вижу негативных сторон. Ну, негатив только и несут часть пользователей, которые говорят, ВТФ, куда катится КГ? К успеху идем. Так, у Монка мантра хилинг с руной Heavy Ball, дающие 23 ассистов, имба ведь. Ну, во-первых, по ассистам отдельная тема, очень сложно сказать на основании беты, насколько интересны будут ассисты, потому что... Ну, что там будет дальше по ресистам? Тем более, у него мантра хилинг, там есть интереснее тема. Одна из рунок ему, кроме хила, дает 20% ресиста all. То есть там не только от магии, там, да, вот как раз это самая классная руна с мантрой. То есть мало того, что он хилит 1200 в первые 3 секунды, 310 на протяжении всего действия мантры, это 3 минуты, а еще с рункой там на 40 каком-то левеле дается ресист ко всему вообще на 20%, да. Это очень классная тема. Но хочется еще держать руну, которая дается на 30... держать мантру, которая дается на 30-м левеле. Ну и в первую очередь, конечно, премиум обкатывается на старкрафтерах, потому что стримов по старкрафту больше всего, и они все-таки более популярны пока что все еще. Надо с чего-то начинать. Ты вещаешь на стриме Поми? Что за лол? Неправду говорят. И по традиции, что да? Это? Реклама на Униде какая-то. Ясно. В общем, смотрите, если вы недавно присоединились, мы ждем какой-то игры на Антеке. В частности, конечно, мы ждем в первую очередь сетку. Вот этот грид, четвертьфинал, полуфинал, финал. Но, судя по всему, до них еще есть время какое-то. Пятый раунд не все доиграли. Видите, пока играет Нерчо с Велму и Цитоплазм с Кимс Ганджи. Вот в эту игру мы попробуем, конечно, пробиться, но не обещаю. Так что, если вы хотите игр по Старкрафту, вот прямо игр, то лучше посмотреть сейчас Поми. Он параллельно стримит, точнее рестримит Take TV. Там Титан еще жив. Это очень-очень хорошо. Так, а я, пожалуй, вернусь в чат. Чат вернулась. Хотя, наверное, стоит уже... А давайте сделаем следующим образом. Если вдруг я что-то пропустил в чате, если вдруг у вас есть какая-то целостная мысль, вопрос, информация, вы оставьте лучше не в чате, а в комментариях к новости анонс трансляции на день. Вот. Завтра из этой новости вы можете... Могли, наверное, узнать, что в 6 часов стартанет трансляция от братка. Владр будет катать.
Качество стрима напрямую зависит не только от канала, но и от настроек игры у стримера, когда все из роксов стримят на лоу графике. Не все, но большинство, да. Ну вот из хороших вещей могу сказать, что Паша стримит не просто на хай/ультре, но и Full HD. Стрелок стримит на средних, кажется, настройках. Вот. Ну, тут нужно какой-то компромисс искать, с одной стороны. Чтобы игроки, если не ладдер катают, у них были комфортные условия для игры. А с другой стороны, и чтобы вы были рады. Если ему будет играть некомфортно, неудобно, если он... Ну и игроки, как вы знаете, очень важно, как будет организовано все вокруг. Там мышечка, коврик, чтобы ничего не отвлекало, чтобы графика такая, как который привык, или там как-то иначе. По-другому сбивается настрой, и ты после этого начинаешь винить зачастую, ну вот, списывать все на дискомфорт, связанный с этими вот другими сопутствующими факторами. Поэтому вопрос довольно сложный. Но я думаю, что со временем поправимо. Алло, Гранде, тебе в магазин нужно. В магазине есть, соответственно, премиум подписки на 4 разных срока. От месяца до года. Миша, на стриме... Да, опять же, вопрос по... Видимо, это актуальная проблема, что на минимуме настройки у того же самого Абвера, насколько я помню. Какой смысл в двух варварах? А, крики с разными рунами, стекающиеся друг с дружкой. Игнор пейны по кулдауну на всех с сокращением урона 65%. Отличный прием демеджа, универсальность в плане оружия, универсальные массовые спылы впереди, станы замедления, вот как-то так. Как попасть на страницу трансляции? Нужно зайти на форум, на общий. Там есть тема «Как стать стримером на ГГ». Не думал запилить рубрику наподобие «Fun Day Monday» с Day 9. Было бы весело. Наверное, было бы, если бы я знал, что это за рубрика. Видимо, что-то веселое. Учитывая название. По поводу вашей материнки, все, что удалось выяснить, она дружит не со всеми производителями памяти. Еще раз повторю, что та память, с которой мы пробуем его подружить, она уже на ней работала. То есть он крутился на этой памяти. Она стартовала хорошо. Более того, мы пробовали второй тип памяти, и сейчас купили еще третью память, которая стоит в первой в списке совместимости у нее. Ну, просто для того, чтобы полностью исключить этот вариант. Комменты, когда будет премиум оплата карточки, учитывая наш там рейтинг 2,5, нужно 40, кажется, ничего не скоро. Есть инфа, что до 3 милишники это провал. Есть такая мысль, но есть и другие мысли. Желательно иметь опыт хорошей игры. Во вторую Диабло, наверное, Вов нужно иметь опыт, у меня, к сожалению, такого нет. Нужно хорошо знать скиллы всех персонажей абсолютно, причем самое главное с уклоном в руны, потому что большая часть скиллов, да и докачка, да, там 30 уровня будет на самом легком уровне сложности, а потом вся прокачка будет основываться на пассивных умениях и на рунах. Я перечислил тот список, что касается варвара, на что мы в первую очередь обращаем, на что Пипс в первую очередь обращает внимание. Ты в курсе, что D3 самый жесткий уровень сложности, даже бета-тестеры не прошли? В курсе, я писал это сам собственноручно в новости, внизу, в качестве демотивирующих факторов. О, нас куда-то приглашают, хитбокс. Вот, стоплазма, отлично. А, море же, ё-моё. Точно. Ну вот сейчас потихонечку пойдет StarCraft. Хорошего вам вечера, хорошего настроения. Небольшая трансляция от Михаила, он же Бобер. Буквально, наверное, на пару часиков мы с вами здесь. И для того, чтобы посмотреть самые интересные матчи в рамках онлайнового турнира от компании Antec, которая выделила 200 евро призовых и заставила пару сотен игроков сражаться друг с дружкой. Итак, последняя игра, насколько я понимаю, пятого раунда перед появлением сетки. Это Цитоплазм против Ким Сунг Джи. И судя по тому, что писал револьвер, это Рейнбоу, кореец, да?
Крейц. Да, по расе, по крайней мере, похоже. Последний раз обновлю комментарии, быстренько отвечу. А еще мог контроллер памяти в процессоре полете сбиться. Процессоры два разных. Фандеманды дает знание, задание, например, атаковать только батлкрузерами и не строить пилон на своей базе. И на следующей неделе самый интересный реплей, который мы пришли. Понятно. Планируешь прямо в ночь Диабло на 15 играть? Просто, возможно, перегрузка серверов, как всегда. Конечно, нужно будет постараться, по крайней мере, зайти первыми туда, чтобы не было тем, ну, как на бете, да, как сделали кэп на, короче, ограничение на максимальное количество людей онлайн. Там на 270, кажется, они тысячах это все дело сделали. И новые люди не могли зайти. Поэтому нужно будет зайти как можно раньше, естественно. Кто-то... Опять сигналку. Все нормально. Под окном машины стоят. Итак, потихонечку начинаем смотреть онлайновый турнир от Антека. И Рейнбоу играет с Цитоплазмом. Ой, как медленно тут перемещается. Сейчас, подождите, управление. Перетаскивание мыши его увеличим все-таки. Да, вот так вот будет комфортнее. Мы видим стандарт от Rainbow. Здесь 15-я хата от Цитоплазмы тоже, в общем-то, стандарт, наверное, на этой карте. А, к сожалению, СНГшных игроков на этом турнире не осталось. И я не знаю, даже как-то я без куража пока начинаю комментировать. Пока что спокойненько получается. Последние два коммента... Три комментария. Привет, привет, это Бант. Я тут проностальгировал по первому Диабло. Поздравляю. Я раз, наверное, 10 возвращался к ней. Не забудьте взять ни фанду, ни фандовну. Ну, ясно. Мы с Женькой, конечно, весело, но вспоминая не стой под струей и первые килсы, когда Дима, заходя в комнату и, ну, вот зашел случайно, лишний шаг сделал, за ним дверь закрылась. А потом Женя встала в этот дверной проем. И Дима сдох. Вот. А учитывая хардкор, это просто несовместимые вещи, понимаете? То есть тут бракуются люди, которые неплохо играют. Я-то очень стараться буду, потому что в D2 давно не играл. Вот, а Женька-то... Ей в героев как раз, вот знаете, чтобы не мискликать, спокойненько подумала, тыкнула. Абби разбелила Жанна в героев на стриме на том. Хорошо его прокатило. Он, конечно, жаловался, что нечестно, когда приезжал. Говорит, в такой ситуации надо было игру пересоздавать. Ну да ладно. Я чувствовал, что его задело. Ну, он как бы все-таки там топ-2 Москвы, какой-то турнир там чуть не выиграл. По героям, по третьим. А тут Женя, хоп, и его. И прокатило разок. Да. А по игре у нас через геликов открываемся, как обычно, в ЦЦ. На этой карте это очень распространенная тема. Единственное, что, как вы видите, Рейнбоу решил подойти и поджать еще морпехами, чтобы сильно, видимо, не халявил цитоплазм. Цитоплазм, между тем, собирается то ли отбиваться, то ли даже агрессивничать, учитывая такую полураскачанную нычку, при помощи роучей. Вот у него тараканы готовятся, выходят первые и готовы принимать. Вот. Почему здесь часто играют в 2, а то и в 3 ЦЦ? Во-первых, потому что зерга гелеными можно очень долгое время не пускать на третью базу. Просто потому что здесь и далеко до спуска, и спуск, и бежать. Короче, слизи долго растекаться. С другой стороны, Терану поставить экспант и защитить его не так сложно. Двойной заход, вторую стенку делают, если планируются какие-то пуши, и более-менее сейвово. А третий ЦЦ, он, во-первых, помогает второму разогреваться и мулами окупается, и рано или поздно все равно вылетает на этот угловой с вынесением, как бы это сказать, линии защиты вот сюда, вот в общий проход. То есть это как такой экономичный, долгий, но довольно-таки надежный все равно вариант. Цитоплазм готов принимать сейчас с тараканами. Нет, это все-таки хорошая экономика. Мы видим Evolution, мы видим третью базу от цитоплазма. И, с другой стороны, тут Банши, которую просто палит Оверлорд. Класс! А где Марики? Чего ждем? Что, Мариков сажали, да?
Да ладно. Они, видимо, куда-то сбегали. Как я пропустил этот момент? Реально, куда-то сбежали морпехи. Просто сбежали. Что ты шумишь? Оверлорд абсолютно спокойно залетел, увидел, понял. И Банши не станет сюрпризом для цитоплазмы, что важно. Более того, Оверлорд увидел двойной газ на экспанде. Увидел, когда, собственно, нычка была поставлена. Увидел отсутствие за... Вообще, все увидел. Просто все. Так здорово. У него у самого два эволюшена, в которых делаются синхронные грейды. Он добавляет потихонечку спорки на мэне и, скорее всего, на экспанде тоже. Хорошее количество рабов, как по минералам, так и по газу. Немножко не хватает на мэне, ну, буквально парочку. Хотя вот они достроились, и все уже стало ровненько. То есть, как-то... Ну, и слизью, кстати, неплохо цитоплазм расползается. Четыре криптумора, и они потихонечку ползут вперед. Гелионы, короче говоря, не сдерживают распространение, не сильно замедлили появление нычки. Как-то все очень-очень-очень у него хорошо. Дальше штамповка рабов, оверсир. Банши точно ничего не сделает. Понял. Инфестейшн и третья база. А тут идет легкий подвыход. Мы видим 5 гелионов. Ну, кажется, что... Нет, 5 гелионов все-таки. 5 гелионов, 2 банши и там парочка морпехов. Не знаю, может это просто карательная группа, чтобы опухоли посбривать. Но теми же самыми квинами и роучами такая группа останавливается. Тем более, один мимикрит затесался в эту группу, танчик подъехал. Весьма разношерстная получается армия, да, у Рейнбоу, которая, тем не менее, палит с цитоплазмом. Он прекрасно знает, сколько, чего, и когда и куда, самое главное, идет. Подраскладываться будем под третью базу. Сидж-то есть? Нет, сиджа нет. Танчик просто ДД по роучам. А вот банши это проблема, потому что три банши делают дэмэдж хороший. Без квин тут очень сложно будет отбиться. Заходит, пушка-воздушка стреляет, две квины, третья подошла. Ох, не реконтролил немножко. Тем не менее, минус одна банши. Минус вторая квина. Гелионы отдались на роучик. И, кстати, сейчас можно в контратаку зергу пойти. А что, у него есть грейды. Грейд на армор, грейд на скорость. Понимание того, что противник понаддавал дофига всего. И, по идее, должен выходить сейчас на третью. Контратака просто напрашивается. Лимит отличный. Чего ждать? Да и тут, смотрите, какая халявная нычка. Просто никакая. Стенку выстраивает Рейнбоу, как бы понимая, что его могут продавить. И цитоплазм реально мог продавить сейчас. Посмотрите. Два танка, две банши, два гелиона. Причем одна банши там где-то летает, красненькая. Ну а здесь там 20 роучи. Ползло бы. Без проблем ли бы продавил цитоплазм, только банши бы его подбешивали немного с двух фэкторий. Ой, какие темы странные. Очень странные. Выходит на четвертую, все хорошо. Рабочих, правда, поубивали на третьей базе 8 штук. И самое главное, он не достроил. Ну, у него 60 рабочих на 3 базы. Не очень клево. Заходим на третью, версиром видим нычку, версиром же видим, что противник как бы не пытается защитить базу. И, кстати, гидрой, можно это и пробрить, учитывая, гидры много, хоть она и медленная, но вот-вот-вот ждет КСМ-ка, чтобы... А, не-не-не, тут уже танчики с сиджем не позволяют гидре подойти. Адское пламя. А, цитоплазм решил сделать дропчик. И довольно хорошая тема, знаете, это на шаг немножко он впереди. То есть он знает, что через некоторое время Рейнбоу будет менять линию фронта, переносить ее вот сюда вот, перелетать, там бункеры ставить, перераскладываться танками. И таким образом он рано или поздно защитит свою третью базу. То есть откроешь ты камни, не откроешь, неважно. А вот... Вот он сейчас, видите, перекапывается, перераскладывается. Но если в этот момент просто прилететь на 8 оверлордах и дропнуть ему на мейн,
когда разложенные танки здесь. Они должны сложиться, они должны пойти, они должны пройти, зайти и разложиться. Жертв, может быть, за то время, пока все это дело происходит, очень много. Поэтому, скорее всего, дропы и могут зарешать. Можно накинуть сейчас несколько инфестидов. Ползут, ползут. Да, танков здесь разложенных очень много. Только нужно как-то сплетануть их всех, чтобы... Нет, атака будет, смотрите. Накидываются инфеститераны. Идет свет. В это время роучи накидываются. Но я сомневаюсь, что удастся на такое количество разложенных танков зергу пробить. И он совершает ошибочку. Отдает уйма мяса. Очень большое количество слилось роучи. Все это дело... Уже есть дроп, уже есть быстрые оверлорды. Все это дело можно было дропнуть на мейн. Как он, видимо, и планировал изначально. Не знаю, что его остановило. Видимо, подумал, что инфестиды и сплэш танков будет пожестче по своим, имеется в виду. Тем не менее, цитоплазма впереди. У него только не хватает газа, ресурсов много. Четвертую базу поставил. Правда, и Терн-то на третьей базе укрепляется. И третья экономичная, мулы, все дела. Ну, мулы с трех баз, имеется в виду. Шпиль величия. Окей. Третий грейд на армор, второй грейд на атаку. Там технику потихонечку грейдим. Больши. Залетает, стреляет. Вина, кстати, с двумя арморами неплохо против двойной атаки Банши. Почти убивает даже. Одного выстрела не хватает. Учитывая, что не 12 урона, а 10. Получается неплохо. А, здесь гелики еще заехали. Сколько потерям по рабам? 16. 18, да? Да. Не такие большие потери, на самом деле. На такое время это не очень страшно. А с таким большим количеством танков Rainbow, безусловно, рискует, учитывая то, что у него нет никого вообще, кто бы смог справиться с Брудлордом. Нет. Единственный момент, что нужно дожить до этого момента, когда появятся, собственно, эти самые брудлорды. А, дропчик. А против дропов тоже ни черта нет. И если роучи сейчас начнут падать на разложенные танки, это будет больно. Просто гелионы заезжают. Это легкий дроп. Но основная масса все-таки летит сюда. Ой-ой-ой. Че, будем дропать как? Нет? А даже не обязательно. Тор! Мужик появился. Начинает палить. Ой, на мейн хорошо, сейчас можно залететь. А это можно было сделать давным-давно. Вот, это все дело дропается на мейн. Правда, там умирает один полный оверлорд. Но зергу сейчас пофиг на эти потери. Ему самое главное дожить до брудов. Вот и все. Не возвращается даже Рейнбоу. Ничего в себе. Он оставляет часть просто армии. Пытается ей отбиться. Сам в это время раскладывается на центре огромным количеством танков. Появляются первые корабторы, которые уже могут заморфиться в брудов. Есть ресурсы, есть лимит на это все. Рабочие ни за что умирают в центре, на четвертой базе. Можно было заранее перевести на верхние нычки, но слишком был занят. В это время небольшая группа продолжает, ну, заставила, во-первых, ЦЦ подлететь, убила несколько рабочих. Но танки безнаказанно расстреливают теперь беззащитных роучей. Вот здесь минусуется, безусловно, четвертая база. Но, ой, роучи сверху можно дропнуть на танке. Хью. Но в такой ситуации это не очень эффективно, потому что танки Damage Dealer хорошие, пороче. Сколько, 30-ка каждую секунду? Как часто они стреляют? 28, да, каждую секунду. Выходит хорошо. И начинается, ну, с появлением Брудлорда начинается другая стадия. То есть сейчас зерг, заморфив брудов, должен снова выйти на центр, должен угрожать Терану. Главная его задача — убить четвертую базу, которая вот так вот хорошо простреливается брудами. Задача же Рейнбоу, самое главное, это успеть наштамповать викингов и торов в таком количестве, чтобы... А он, кстати, и успевает. Ну, посмотрите, лимит, во-первых, отличный. Большая часть лимита, конечно, это танки, их 22 человека. Заезжают гелионы, сжигают, и три танка отправляют в карательный отряд. Прям как боксер в первом Старкрафте. Тоже любитель танков. Редкий Терн сейчас этим занимается. Пошли брудлорды.
Танки раскладываются. Непонятно зачем, складываются снова. Броды неплохо месят. Викингов пока не очень много. Торы не дают такого дэмэджа. Ну и элементарно может очень быстро в такой ситуации развалиться. Все-таки брудлорды, да и брудлинги дэмэдж хороший наносят. И вся армия сейчас Рейнбоу отправляется домой. Только с появлением первых викингов начинается уже хоть какое-то противостояние. Хотя здесь, опять же, корабторов довольно много, 8 человек, и викинги не могут с ним перестреливаться. Должны помочь, конечно, Беторы, но корабторы не дураки, они держат дистанцию и не подходят на расстояние такое опасное. Отменяется практически 4-я база сейчас у Терана. При этом, если посмотрите на миникарту, все загажено справа. То есть нельзя поставить сейчас ЦЦ никаким макаром где-то в другом месте. Уменьшается лимит Терана. Уже 114 на 150. Базу одну отвоевал цитоплазм наверху. И защищает ее хорошо. Тут раскладываются танки, бьют своих, снова вынуждены складываться. Торы не справляются с таким большим количеством брудлордов. Приходят викинги, кстати, немного сейчас помогут, потому что здесь очень много красных брудов. Но, опять же, там же дозаказ. Да. И инкам Терана стремительно уменьшается, учитывая то, что мейн у него закончился, экспанд практически закончился и фактически работает только одна. То есть инкам 800, да, у него 700. Ужас. Ну, сейчас мулы, конечно, они выправят ситуацию, но инкам уже такой весьма и весьма демотивирующий. И рабочих мало. Фактически падение вот этой вот четвертой базы будет означать конец Тирана. Ой, танки заходят. Ой, Ликозер умирает. Танки раскладываются. Опасный момент. Ба-ба-ба-ба. Шквальный такой огонь. Обрудов немного. Побежали собаки, не хватит. Рабочих закопал. Молодец. Интересное решение. Бегут собаки. Не все добегают. Большинство, никто не добежал. Так, расстреливают. 31 килл с 27. В это время в центре продолжается противостояние за эту Зулнагу. Корабторы перестреливаются с викингом и Тором. Последние брудлорды остаются. Квина приходит с трансвиженом. Хороший микос кидается на викингов. И они не могут отступить от корабтера. Все еще проблемы с никамом. С другой стороны, и у Зерга тоже беда с экспандом. Танки справились с задачей. У них на пятерых, на четверых уже оставшихся живы, больше 100 килсов. 37, 30, 18, 21. Чуть больше сатенчика получается. Здорово. Цитоплазму нужно подумать о восстановлении нычки, да. Подумать о... да, все правильно. У него же тоже проблемы сейчас с минералами начнутся. Рабочие есть, а добывать негде. И просто брудлорды. Он строит корабторов. А инфесторов он строит, потому что у него с газом было все ок, а с минералами не очень. И вот он сделал такой подзаказ. Там 1100 у него в один момент было. Он решил все-таки слить газ в инфесторов. Что брудлорды все-таки они... Минералы тоже стоят, насколько я помню, сколько в сумме получается. 250 минералов стоит один брудлорд. Морф там 150-150. Ух. И корабтор еще 150. 300 минералов стоит брудлорд, получается. Да ведь? Да. И это много. Ладно, никуда не выходит Рейнбоу, высасывает последние минералы из своей последней третьей базы. Хотя тут и на экспеншене что-то осталось. 5 минеральных полей, где-то по 50, по 100, в одном есть 250, даже в одном есть 370. Но это все не так много. Будет, конечно, приблизительно равный лимит и попытка выйти на четвертый, наверное, самый с плюс 2 этот выход будет организован. И к этому выходу он чисто готовит торов и викингов для того, чтобы законтрить... Ой-ой-ой, тут заехали гелионы, пожечь рабов. Дроны закопались, была кинута просветка. И брудлорды успели приехать. И гелики жгут все равно хорошо на этой базе. Ой-ой-ой, цитоплазм подлагнул.
Да, третья база тоже довольно быстро заканчивается. Как и вторая, в общем-то. Лимит интересный у Рейнбоу. Посмотрите, викинги плюс торы. То есть чисто против корабтеров брудлордов. Чисто-причисто. Ну, лучший, который, наверное, он может себе сейчас позволить. Если не говорить там о ЕМП с гастами, там, не говорить о... О чем еще можем говорить? Ни о чем, наверное. Лучше не сделать. Ну и грейды, конечно же, нужны еще. А с другой стороны, цитоплазм хочет это дело контрить невральным паразитом. То есть у него много инфесторов с большим количеством маны. А учитывая то, что там танков немного, и они большую часть времени будут проводить не в сидже, соответственно, инфесторов убивать практически нечем. Оп, Микос один мимо, второй тоже. Брудлорды отдаются зачем-то. Вот отсюда можно хорошо им кидать. Танки, правда, раскладываются. Сложный момент. Брудлорды спамят брудлингов, убивают торов. Викинги ловят микозы и раскладывается все-таки Рейнбоу. И по лимиту, и по ситуации. Да. Бедный Терн. Это была как раз его попытка выйти на четвертого. А тут неважно, у него этот стоит планетарка, не стоит, все равно сложно. А вместе с отменой четвертой базы и, ну, шансов у Терна уже на выруливание нету, потому что у Зерга три рабочие полноценные, хотя нет, две все-таки полноценные по минералам, остальное там докачивается газ главным образом, а у Терна сейчас инкамы вообще не будет. Что? А, Тора захватил. Интересно, голос прорвался. Ассимиляция завершена. Рабочего захватывает. Да, давай. ЦЦ строй, ЦЦ. Строй ЦЦ. А, ресурсов нет. Вот сейчас есть. Пошел ЦЦ. Захватывай дальше. Он не будет строить. Пошел. Такая бер делал на своем стриме. За зергов батлкрузеров построил ПП. Это немножко сложно, учитывая то, что нужно кинуть в порядке 15 невралов для того, чтобы достроить этот ЦЦ. Но довольно интересная развлекуха. Это чем-то, кстати, похоже тоже на демотивирующий Нексус. Но ЦЦ. И закончился последний матч пятого раунда, последнего раунда перед сеточкой. И, соответственно, сейчас мы увидим уже сетку, в которой 8, насколько я понимаю, игроков будут сражаться. И мы должны будем выбрать тот матч, который наиболее интересен. Ну вот последний раунд 5. Хотя не последний, здесь еще Спарк и Энаны, которые какой-то появились. Так, оставляйте комментарии внутри новости под названием «Анонс трансляции на день». Сегодня параллельно идет стрим с Take TV. Поми делает такую основательную трансляцию. Но и Антек не хотелось бы мимо него проходить, потому что все-таки 200 евро не лишние. И надо будет потратить по времени где-то... Ух ты, Белив против Феникса, это кто вообще, это как? У них такие аккаунты? Или это уже сетка? Видимо, такие аккаунты. Майкер, у меня куча опыта и вов, и в Диабло играл на PS. Ну, ши-ши-ши-ши-ши. Берите меня. А, тема в том, что человек, с которым хотелось бы проходить, которого хотелось бы пускать в первый состав, он должен быть... у него должен быть опыт комментирования, желательно. Стриминга. И очень хорошо бы его лично знать. Хотя бы кто-то из нас троих должен его хорошо лично знать. Поэтому будем выбирать из круга знакомых, хорошо знакомых. Я вот о Соколе думаю. Так. Жене другие части героев не интересны или просто не играла? Я думаю, и то, и другое. Она не играла, потому что ей не интересно. Не, я играла.
Она играла в четвертых, пятых. А ты почему не играла в шестых? И во вторых играла. А в первые ты играла героев? Нет. Ах, new fuck. Так. Майкер, на премиум 30 дней начинается после покупки или после активации? После активации, конечно. Зачем после покупки? Это нелогично. Как только код вводится в плеер, он активируется. Как ты относишься к Warcraft 3? Относишься, ненавидишь или нейтрально относишься? Нифига себе у тебя. Еще ты этот отредактировал комментарий? Интересно, что же там редактировал, если такая ересь получилась? Я хорошо отношусь к Warcraft 3. Очень большая у нас история связана с Warcraft 3. И... Да. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Можно плеер HTML5 запилить? Нет. Сейчас Локи... Да ладно, ачивка-ачивка. Я под струю попасть... Раз 5 за 10 минут, это скилл. Да. Поэтому мы будем очень стараться, чтобы ответственность очень будет большая на первом составе по Диабле. Чтобы не сдохнуть. И чтобы все грамотно делать. И по набору скиллов, и по тактике. Будет весело, я думаю. Поми смотрит 2600, в чате 1400. Майкер смотрит 1700, в чате 1300. Классные цифры, учитывая то, что... Блин, вообще классные цифры, мне очень нравится. Здорово. Ну, у Поми и турнир у него лучше, и стримить он начал, и комментирует он круче. Поэтому все закономерно. Так, Майкер, ты написал, какие персонажи будут, за кого будешь играть, ты за кого? Кота уберите, пожалуйста, отсюда. Ой. Что это такое? Что за диверсия у нас во время трансляции? Мочи кота. Блин. Давай. Уноси эту морду. В общем, мы сейчас более, ну, начинаем потихонечку смотреть матч Феникса против Белифа. Я, правда, не знаю, кто такой Белиф. Терен. Кто это? Кто это? Пойду в чатике посмотрю. Пока никто ничего не написал, но я думаю, напишут. У меня аллергия на кошаков. Этого взяли только на 3 дня, поэтому. Можно, пожалуйста, полоски убрать? Да и убрал полоски как раз. Мне, я не знаю, револьвер слушает или не слушает, но хочу публично заявить, что мне не нравится то, что он... после себя не возвращает настройки на этом аккаунте. Ладно, я разок там зашел, зазергов сыграл. Потому что он, видите ли, на моем аккаунте зазергов сыграл. Зарашил там одного терана с 8-м пулом. Но он же еще настройки меняет. Там скролл, полоски здоровья. Нехорошо. Так, а тем временем у нас Белиф, да и, в общем-то, Феникс потихонечку вышли на экспанд. Естественно, Феникс сделал это значительно раньше. Играют они на Клау у Киндоме, все верно, да, что-то я завтыкал немножко. Ну, это Клауд Киндом, естественно. Не Рассвет, РБ или как он там. Ух ты. Нет, пока что газ нормальный. То есть первые две газилки... еще не предвещают. Гораздо интереснее, что у Терана. А у Терана... Мало того, что гелионы, так еще и газовый выход в маринад. То есть марики-мародеры, судя по всему. То есть это не банши, это не там инвизные банши, это не быстрые медеваки.
Это реально сверхбыстрый грейд там на щиты или на стимпак? Скорее всего, даже на стимпак в такой ситуации. Мне даже кажется, что он будет делать пуш с гелеонами и мародерами. Или, по крайней мере, под пуш, потому что уж больно он... Да, стимпак пошел. Уж больно он агрессивный. То есть он не дефенсный грейд заказал. Тут есть выбор. Если ты боишься какого-то... Ну, или сам халявишь, там идешь в грейды, или там идешь третий ЦЦ, и ты делаешь, выбирая между двумя грейдами, более-менее аналогичными и по скорости, хотя стимпак дольше делается значительно, то для отбивания, естественно, лучше щиты. Там для отбивания всяких, там, собак, бейлингов, проучей, банши, если это ТВТ, то щиты, конечно, полезней. Для дефенса. Но если первым грейдом идет стимпак, то рискну предположить, что это будет какой-то подвыход. Подвыход. Будут медваки чуть попозже, но будут. Но самое главное — это три барака. Два из них под реактором, один под лабой. Это выход под третью. Тут заехал гелион, прошу прощения, двух рабочих он нажег. Нет, это был рабочий, и судя по двум трупам, это два пса было. Но две квины, опять же, этого гелиона забрили. Да, это был один гелион. Один гелион. По килсам, по крайней мере. Бейлинг Нест, грейды 2-2 в двух эволюшнах. Такой задел на будущее. Ну, рискну предположить, что зерк прямо сейчас пойдет ставить хату. В такой ситуации это то, что, ну, он должен делать с двумя эволюшнами. Хату как можно быстрее. Третий газ. Пара медеваков. Джакоба ливает. Зерк расползается, я вижу, опухолями в сторону третьей хаты, но пока что рабочего туда не послал. Собаками контролит третью нычку. Слушайте, а там гелионов-то было. Человека 4. Помните? Видимо, плетка там что-то наубивала. Собаки наубивали. Он же через реактор открывался, то есть это гарантированно минимум 2, но скорее всего 4 гелика. Пошел дабл дроп, мариновый дроп. Есть уже стимпак, дроп летит прямо. То есть не облеты, просто через... Скорее всего это на мейн дроп. Пошла третья хата на 10-й минуте, между прочим. Хата поздновато. Во, залет. Вот, это не дроп на мейн, это подзабегание на третью базу. По какому чудесному таймингу он это делает? Просто волшебный тайминг. Свет, стимпак и врываемся. Отменили хату, отменили опухоли. А у собачек еще нет 1-1. И он в лоб как-то не хочет еще сражаться, учитывая, какие полезные грейды у него сейчас будут готовы. Отбиваться на мейне, особенно с тремя квинами, да безусловно. Собачки едят за милую душу. Особенно с поддержкой бейлингов. Сейчас зерк должен все-таки поставить эту нычку. У него копится минерал. Либо поставить ее сверху, чтобы не тянуть до... Да, ставить здесь. Кстати, с таким количеством минералов он может поставить и там. Потому что бабла на руках у него немерено. Белив выходит танков сиджем. Грейды 2-2. Ой, то есть в двух инженерках 1-1 делаются. Медленнее, чем у зерга, но это нормально. Ненормально, когда зерг проигрывает терну по грейдам мариновым. Там совсем сложно убивать мариков под медиваком. И кажется, не будет сильно затягивать с выходом белив. И вот два танка. Сидж будет готов, 1-1 будет готов. Тайминги очень жесткие у терна, по крайней мере. То есть он придет реально тогда, когда нужно. Когда у него будет хороший грейд, когда у него будет два танка, когда у него будут еще хорошие грейды на мариков. Главное все дело не посливать и расконтролить хорошо. Ну, кажется, готовится сейчас неплохо зерк. Он сплитит войска на, по крайней мере, две группы. По крайней мере. Танки подраскладываются в очень неприятном положении для зерга. Ой-ой-ой, как неприятно будет нападать здесь. Посмотрите, как сложно достать эти танки, если только ты не отбегаешь сверху. Пытается кружить морпехов, танки стреляют. Один залп, второй, третий, четвертый. Бейлинги отлично взрываются, но... Размен-то минусовый. Я не знаю, какие потери были до этого. Там 2-4 гелиона на там, двух собак рабочего и еще там какие-то собаки наверняка. Вот, но основная часть ресурсов разменена именно сейчас была.
Правда, сейчас собачки доедают два беззащитных танка. Но все равно размен для тернов плюс. А, марики, надо эвакуироваться. Хотя из грейда 1-1. И медваков столько, что собаки не успевают грызть. Найс. Свет, может, сверху еще? Нет, тык в хату под стимпаком. Хорош. Забегают собаки, можно тыкнуть на хату было, можно расправиться с собаками, попробовать. То есть тот другой вариант возможен, но кажется, первый был бы лучше. Потому что отобьется зеркало в таком случае. Да, взорвал. Но есть еще один карательный отряд на подкрепе, вот он идет. Танк-танк, марики. У Терна лимита больше, третья база не раскачалась, четвертая там база наверху, у Зерга, к сожалению, нет. Газ он не успел никуда слить, инфесторов у него нету. И сейчас, скорее всего, придется снова в невыгодный размен пойти Зергу. Большая часть собак забегает ни за что, просто отдается на четырех мариках, в то время как по ним стреляют сплэшем два танка снизу. И разница в лимите продолжает увеличиваться. Не хочет Зерг отдавать свою третью базу, но, кажись, он здесь просто не сможет. При таком хорошем контроле и позиции от Терна ничего сделать. Здорово. Терн-то четкий. Попался. Трансфьюжены уже пошли. Собаки пытаются там доесть мариков. Но просто посмотрите на килсы танка. Там 22. Здравствуйте. Просто хорошая позиция. И до него не дойдешь. Просто не дойдешь. То есть можно, конечно, дойти. Но какой ценой? Надо спускаться, оббегать, забегать, съедать. Продолжаются сумасшедшие килсы. 35 килсов у танка. 40 было перед тем, как он сдох. 40. На 1000 минералов он убивал, понимаете? Это много. Медваки живы, хата отменяется. Здесь уже есть третья база, причем все мулы кидаются на третью для того, чтобы сбалансировать добычу, ну, то есть угасание минералов на мейне и на экспанде. Которые и так изрядно уже по... Как бы это... Глагол-то правильный подобрать. Предели из-за мулов. Повысасывались мулами. И... На мейне... Ой, на третьей базе они сейчас хорошо добывают. Сглаживают. У Зерга 2-2. Там тоже 2-2, уже делается грейд 3-3. У Зерга нет Хаева. У него нет третьей. Он делает сразу третью, четвертую. Четвертую контролит викинг. Хороший викинг. Он тут оверлордов сбивал. И, кажется, продолжает сбивать. Уже двух убил. И разведку дает. Он разведку давал здесь, на третьей базе. И разведку дает сейчас на четвертую базу. Хороший викинг. Полезный. Небольшая диверсионная группа. Правда, одна в медваке, другая вереница бежит за следующим медваком. Странно. Тут просто море псов. Дропчик. Спалили с одной стороны, с другой стороны Терн-то и торопиться не надо. Он, скорее всего, будет делать тайминговый выход с 3-3-2. То есть принципиально будет прорыв у мариков, особенно против собак 2-2, марики 3-3. И у танков будет очень хороший грейд, второй на атаку. Вспомним сплэш. Минусуется Квина, ловится, правда, Микос. Быстро этот дроп покарал. Но с другой стороны, Терну сейчас решительно пофиг на вот все эти там минус 10 минеральных лимитов. Учитывая то, что лимит приближается к 200. И он будет раньше 200, чем... Ему захочется выйти в... Или когда? Я вот пытаюсь, конечно, понять, когда ему... Сейчас ему захотелось выйти. Возможно, под тайминг. Потому что пока он дойдет, пока он разложится, у него как раз будет готов, по крайней мере, 3-3. Так, но есть вероятность, что тебя просто примут, когда ты выходишь. Это неприятно. Инфестора довольно много с одной стороны, с другой. Зерг умрет в течение 2 минут по одной простой причине. Он не успеет сделать ультралисков и грейды. Если сейчас
от этих забеганий собак отобьется белив, он отбивается. Он в лоб вот эту вот гапшу сейчас уже не убьет. У него нет 3-3, у него нет хитинового панциря, у него нет ресурсов на ультралисков, понимаете? То есть сейчас ему придется просто сражаться за свою базу третью. Или он ее просто сдает? Да, просто сдает. Ну тогда придется ему сражаться за вот в этой, в этом месте с Тераном в численном превосходстве и в превосходстве по технологиям этого самого Тирана. Крайне неприятно, короче, очень неприятно. На равных-то сложно. А когда человека 200 лимита, тебя 150, и при этом у него 3-3, у тебя не доделалось еще немножечко. Принимает бой, это будет просто отдача, я думаю. Такая жестокая отдача. Все. Пришел, слил, ушел. Отхиливается медиваками. Передроп на мейн. Главное сильно не затягивать, потому что если, ну, в грейде там могут доделаться. Да, провоцирует, смотрите, минус квина трансвижн. Один, второй. Минус собаки танк простреливает, помогает, прикрывает. Сверху забегание, небольшую группу на четвертую базу. Вынужден сплититься зерк, но с другой стороны, ему просто невыгодно таким количеством инфесторов здесь отдаваться. Потому что здесь уже никого нет. Практически никого. Да, еще один передроп на мейн. Под угрозой Hive, Pool, Infestation Pit, Belling Nest. Первый ультралист пытается что-то сделать. Только-только доделываются грейды 3-3. Но, к сожалению, к этому моменту у зерга уже 90 лимита. Большая часть из которых это рабы. Да, 56 рабов. Белив ставит какой-то непонятный иероглиф. Или это смайлик, или это нолик. Да, убивает последних инфесторов. Свет, минус опухоли, подкрепа неубиваемая просто. Минусуются собаки, пул, это, ГГ. Кажется, именно этот матч был последним в раунде пятом. Кажется, вот это вот они. Хотя нет. Да, да, они Феникс. Да, рановато мы, конечно, стрим начали. Рановато. Привет еще раз всем. У нас, в общем-то, небольшой стрим. И не с такого важного турнира, как у Поми. Это Антек со стандартным призом 200 евро. Поэтому ждем, когда будет создана сетка. И смотрим, собственно, матч. Сеточка вот здесь вот у нас будет. Сеточки еще нет. Оставляйте комментарии, передавайте привет и задавайте вопросы в новости под названием «Анонс трансляций на день». Так, 994-й комментарий был последним, еще десяток новых комментов появилось. Попробуем сейчас повыбирать, почитать. Майкер, намечается ли у тебя стримы в каким-нибудь сингловым играм? Конечно, буквально в самое ближайшее время будет Лимба. Что нужно сделать, чтобы ты мне мог дать права? Права куда? На чат это где именно? Трансляции это в тему на форуме. Майкер, вы не затащите Diablo инфа 146%, не потянете. Вы без Real Life не тот возраст. Это такая провокация. Слишком толстый троллинг. Ну, учитывая то, что весь состав игроков будет, я думаю, старше 27, возрастной там Пипсу 27, мне там 28, брату 30. И, скорее всего, человек, который будет четвертым, он тоже будет в такой возрастной, не школьной, так скажем, категории. Ну, такая специфика просто. Круг общения. Ничего против адекватных, особенно школьников, не имею. Но Дима берет отпуск. У него, как я уже неоднократно говорил, все хорошо с работой, как, в общем-то, и у Пипса. И я тоже на работу на свою не жалуюсь. Но мы в душе-то все равно геймеры.
У всех есть вторая половинка. Но мы очень основательно настроены. Так, какого смена состава будет проходить? Сразу всем составом спать или кто успел, тот спать? Скорее всего, будет все-таки не всем сразу спать, по крайней мере, в самом начале. То есть первый состав играет там 12, 14, 16 часов в день. А если меньше, то там человек уходит, но на его место обязательно приходит тот человек, которому он доверяет персонажа. Чаще всего это вот второй состав. И он начинает с ним, ну, играть на его персонажа, пока этого нет. Если есть хотя бы какой-то риск, то есть мы оцениваем риски, мы смотрим по уровню. Если есть риск, что человек сдохнет в это время, то мы не идем дальше. Мы останавливаемся на этом же акте, начинаем перепроходить его, собирая экспу с квестов и фармля, соответственно, всех там мелких, не мелких, неважно. Там нет как такового забега по боссам, потому что шмот падает одинаково рандомный практически со всех. По крайней мере, Blizzard старается это сделать. Понятно, что с боссов больше, но шанс довольно хороший с обычных получить. Вот, но это все дело продолжается исключительно до достижения 60-го левела. Я думаю, что 60-й левел в таком ритме мы возьмем где-то дня за 4, за 5. Как только будет 60-й левел, соответственно, уже можно думать об инферно. То есть масс-прокачка, там, конечно, шмоты. Шмот будет доставаться несколькими способами, во многом благодаря боевому резерву, благодаря тем людям, которые будут параллельно хардкоре качать персонажей и будут там часть средств скидывать нам, или ингредиентов часть скидывать нам. И во многом благодаря золоту и аукционам, то есть можно будет в аукционе приобретать довольно интересные редкие шмотки. Опять же, благодаря нормальному бюджету, который могут себе позволить, ну, наше хорошее сплоченное большое комьюнити. Вот. Скорее всего, просто информации будет очень много, и мы будем стараться максимально динамично подстраиваться под реалии, под вызовы. Потому что никто нормально, ну, не имеет опыта игры на хай-левелах в эту игру. В бетку там побегали, конечно, по 5, по 10, по 20 раз, но это не то. Итак, комменты. Нефанде надо герой... Нет, Нефанд не будет Диабло играть, по крайней мере, на хардкоре, по крайней мере, с нами. Все-таки действительно стоящее сотни рублей качество было... качество было только у братка, так как премиум совершенно не стоит своих денег. Что за лол? Почему? Я вот, например, стримлю на высоких, HD. Ничего не плывет, все хорошо, отдельный канал. Никаких лагов. Каждый для себя решает, стоит оно этих денег или не стоит. Это все относительно. Если бы не стоило своих денег, у нас бы не было уже больше 400 продаж. Дай совет, что купить с C-Sensei, что-то другое, с Клав, Митсуми. Очень сложно, как я уже говорил, сказать, что тебе подойдет, если ты не скажешь, что тебе нравится, на чем ты сейчас играешь, что тебя устраивает. Расскажи, что с девушкой. У Нади все хорошо, Пипс неоднократно отвечал. Вся эта большая-большая-большая история завершилась хорошо, во многом благодаря вашей поддержке. Макер, я хочу продлить премиум, но в продаже кодов уже нет. Что делать? Уже есть. Сегодня добавили, причем добавили подписку на 3 месяца, на 6 месяцев и на год с увеличивающимися скидками за каждый из периодов. О, Джекоба приглашает в игру. Куда же нас он приглашает? Куда же, куда же? Там сеточка уже есть. Велмы, Трансы, Плодер. Блин, даже не знаю, что смотреть. О, Белив против... А это ТВТ. ТВТ? Я не знаю, за кого Тарану. Тарантиус играет. Тарантиус, 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 Тарантиус. Тарам. Блин, как неудобно, что иконок нет. True Random закроем. Я выйду все-таки. Давайте любой не мирор, любой не мирор.
Майстрак АВД 747, Нави Гейминг 491, Good Game 2. Бывает. Ну чё, здорово, что нас много. Майкер, тебя узнают на улице? Нет. Узнавали, когда был в Питере и когда ходил по улицам. А в Белгороде дома меня все свои домашние узнают. Правда, сегодня кот не узнал. Ну, кот-то всего у нас день. И пробудет всего парочку. Я вышел из ванны, он шуганулся, выгнул спину, прошипел. И ушел. Убежал. Вчера вообще забавный был момент, когда он неадекватно реагировал на зеркало. Ну ладно, это отдельное. О котиках мы говорить не будем. Пам-пам-пам. Комменты, оставляйте комменты, передавайте приветы в новости, анонс трансляции на день. Завтра, как вы можете узнать из этого анонса, будет трансляция от братка. Full HD, хорошая графика. Что-то будет, наверное, еще, я не знаю, правда, что. Ля-ля-ля. Решился ли вопрос о приоритете продления тем, у кого уже есть премиум? Нет, не решился, но пока места есть. Мы поставили еще один премиум сервер, поэтому у нас есть еще где-то плюс 100, плюс 150 в запасе. Пока ключи есть. Если заказал Diablo в вашем магазине, можно не сомневаться, что все придет. Мы работаем по партнерке с 2 Games, и с ними вместе продали... Ну, в общей сложности, наверное, более уже 1000 ключей, там, всего вместе, и Skyrim, и StarCraft за, там, 1,5 года. Косяков с их стороны не было. Запили стрим по подготовке к D3, обзор скиллов. Мы сделаем, по крайней мере, стрим с обсуждением пати, потому что все еще не определились, кто же будет четвертым. Какой класс будет четвертым? Будет ли дублирование у нас классов, или все-таки мы остановимся на какой-то классической связке? Хорошо, что появились ключи. Где их купить? Точнее, как выбрать не на месяц. Заходишь в магазин Good Game, есть ссылка в главном меню сайта, и там есть в товарах подписка. Там все есть. Ладно, всем еще раз большой-большой привет. Две параллельно, я думаю, интересные все-таки трансляции по StarCraft. Интереснее турнир, который идет рядышком, который комментирует Помидор, безусловно. Там жестче призовой. Единственный минус то, что рестрим, но качество там довольно хорошее. У нас же, с одной стороны, ингейм стрим, вроде качество картинки получше, но приз совсем не тот. 200 евро стандартный, наверное, хороший онлайновый турнир, потому что есть по 50 долларов, по 100 большинство. Это 200 антековский регулярный турнир. В нем принимают участие не такие именитые игроки. К сожалению, СНГшников не осталось, что самое-самое, наверное, печальное. Но, тем не менее, учитывая то, что у нас, по сути, с вами классическая сейчас схема. Мы с вами посмотрим вот этот вот матч из первого тура. А потом останется всего 2-3 матча. Полуфинал, скорее всего, мы выберем один из них. И финал B5. Вот, поэтому все пройдет довольно динамично. Я решил, что все-таки надо сделать стрим с этого турнира. Думаю, что вы скажете: правильно, Михаил, правильно, так и надо. Вот, Сейпло против трех палочек. Мы, кажется, где-то видели эти три палочки, не помню. Три палочки. То ли играли с этими тремя палочками, то ли я видел где-то у кого-то на стриме эти три палочки. В общем, три палочки, они... нам знакомы. Помню, что у меня был аккаунт в Варкрафте со статсом, кажется, лучший нулевой статс, который делал, это что-то вроде 40 на 0. Все не получалось у меня стабильно делать хорошие аккаунты. А аккаунт состоял из буковок L маленьких, буковок I заглавных и единичек. В Варкрафте очень сложно было с тем шрифтом определить, что есть что, и очень сложно прописать статс в самом начале для того, чтобы понять, какая статистика у человека. Потому что если ты встречаешься с каким-нибудь там человеком более-менее знакомым, или явно видно, что смурф, ты его пробивал по статсу, видел, что он нулевый, да, там 15 на 0, и все, у тебя совсем другое отношение к человеку. То есть ты начинаешь стараться сделать максимально все, чтобы испортить ему этот статс. Вот, ну это дела давно минувших дней, еще когда ладдер работал не совсем по той системе.
Вот, ну не знаю, исходя из какой логики три палочки были поставлены здесь. Цепло делает дичайшую просто застройку. У него впереди стоит фотонка. Причем она стоит рядом с пилоном, причем это не глухая застройка. Это дикая, дикая застройка. Что это? Почему так? Решительно непонятно. Достраивается Nexus, а мы видим, что палочки играют в... А, ну да, три палочки, три хаты, наверное, как-то так. А кто это? Давайте в сетке посмотрим, чтобы... Это три палочки. Напишите, пожалуйста, кто шарит в чате. Кто это? Кто это? Это хвосты бобров, есть предложение. Маловероятно. Ясно. Ладно. Никто не знает. Так, чаще всего в такой ситуации, когда Зерг ставит третью, крайне важно в первую очередь, ну, от этого очень много просто зависит в игре, какой следующий шаг будет от Тоса. И что самое важное, что еще точнее важнее, спалит ли этот шаг Зерг. То есть опенингов у Тоса, как мы знаем, на Т2 довольно много. Это может быть пуш с разного количества гейтов, это может быть развлекание со старпорта, с двух старпортов, это может быть выход в робу, это может быть дроп с призмой ограждения, это может быть сумеречный совет с сталкерами и под пушем с блинком. Все, что в душе угодно. И все эти опенинги имеют, в принципе, разный тайминг и, по-хорошему, требуют разной подстройки от Зерга. Поэтому сейчас мы видим, что Сейпло играет в пуш с плюс 1 с 4 гейтов. Это не олл-иновый пуш, этот пуш носит развлекательный характер. Он не предназначен на убийство противника, об этом мы видим, ну, потому что, во-первых, гейта всего 4, а не 6, не 7, не 8. И потому что добавляется 3-4 гарс, строится сумречный совет. То есть, скорее всего, продолжение банкета будет в виде грейда на блинк, например. Не достанет плетка по этому пилону. Но само наличие рядом, рядом плеточки, ну, конечно, во-первых, ограничивает тебя в варпе. И может перекопаться, в конце концов. Под заказ собак... Очень зря сейчас со стороны палочек. Потому что он собаками не отобьется. Вот роучи уже другое дело. 4 роучи, 6 роучи. Пошла танковать квина. И собаки без мува еще собаки. Лол. А что тянет Тос? Он ждет следующего подварпа. Дождется роучи. Открываем потери. Видим, что пока по нулям. Неплохо принимает Зерг Тоса. Потому что и плетка здесь наубивала, и собаки забежали без мува под сталкеров, и в результате Тос так по красоте отдался. Просто разница в 2,5 раза по затрачиваемым ресурсам. Ну, еще минус пилон. Короче, 1-3 размен. Хреновы. Очень плохой опенинг от Цейпло. Далее, у него нет оснований сейчас продолжать этот пуш. Нет у него моральных оснований на продолжение этого пуша. Он сейчас в позиции слабого человека. То, что делает вот он сейчас, он... Ну, это уже приравнивается к улыну. Назад дороги не будет. 8 гейтов и сталкеры с мулом. Стоит Зергу хотя бы разок отбиться. Там роучи со скоростью, эволюшн, грейды, третья раскачанная нычка. Масса проблем для Тоса без роба и без третьей базы. Масса. Это все, это ГГ. И выходит он лол-армии против большого количества. Собаки еще живы, но следующая тема это будет массовые роучи с закупкой. Да ни черта он не сделает с этой темой. Помяните мои слова. Потом скажете, а Бобр-то был прав. Сейплота чушь сотворил. Ну, если бы у него этот пуш первый удался, то есть он там разменял полностью всех собак.
там отменил Квину, порезал немножко рабочих. Но Зерк отбился бы за счет Роуча, там приплоды. Понятно, что нужно уже приходить не с Зелками с плюс один, а с сталкерами с Блинком. Отступил, и через две минутки он уже приходит с другой атакой против других юнитов. Но сейчас-то чего? Отгораживает сентриями, приходят сталкеры. Неплохие филды, Зергу нужно отступать. У него не готова пока закопка, не готово перемещение под землей, но лимит Зерга меня пугает. Хороший под заказ, 140 лимит на 90. Сейпло давит. Зерг агрессивничает, забегает собаками, убивает центрика одного, второго, трех сталкеров делает минус. При том, что ему даже ломиться не обязательно. То есть, если бы он знал об отсутствии третьей базы Тоса, а он знает, учитывая блинк Тоса, то... Он и так отбивается, он чувствует, что он молодец. Еще форсфилды, но роучи просачиваются, у них уже есть закопка. А у Тоса нет апса, вырубаются все сентрики. Много сталкеров довольно-таки, лучше закопаться в такой ситуации. Серьезно, лучше закопаться. Блин, неужели он отдастся? И не может он отдаться, даже при сильном желании. Скорость перемещения под землей, заказывает второй эволюшн, настолько уверен Зерк, что отобьется. Просто... Ну и он отобьется. Да, заказ 40 псов. Гидролиз Гден, плетки. Три недораскаченные базы, но с другой стороны, вот что с этими роучами-то делать? Закопка, перемещение под землей, регенерация, отсутствие пса. Как быть-то? Как быть? Нулевой продакшн у Протаса, это значит, что он занимается только тем, что варпает юнитов. Да? Ну, сейчас будет варп такой. Тык-тык-тык-тык-тык. Или робу все-таки добавит. У него есть опция сейчас одуматься и сделать роботикс. А, у него supply блок. Да, роботикс поставит. Ну, верно. Потому что когда у роучи появляются на спинках вот такие вот яркие огонечки, это значит, что они обладают... Там, кажется, два эффекта, да? Первый, у них что-то меняется, когда скорость появляется, кроме самой скорости. А яркими они совсем становятся, когда у них появляется перемещение под землей. И в этот момент Протос понимает, что без апса он этих роучей в ближайшей перспективе не убьет никак. Я вот не помню, кажется, там все-таки два меняющихся рисунка. Но такие вот яркие, они как раз перемещением. А может только со скоростью. Ладно. Подрезаются сталкеры. Один, второй. Блинк назад. На третью нычку переходит. Ой. Сейпло паузит. Секундочку. Сейчас 200 зерга. 200. И дотекание. Игра закончится в течение 40 секунд. Сейчас 14 минут 50 секунд, и ставочка, что в течение 40 секунд... Ладно, минуты. Нет, минуты много. Но он же может отступить на экспанд. Он же может терпеть. Не, ладно, 40 секунд. Значит, до 15.30 игра закончится. Как правило, аналитика, то есть вот такие вот прогнозы у меня... Вообще мимо проходит. Да, и игра переворачивается после таких тем. Но здесь уж никак не отбиться. Ну вообще никак. Смотрим. Давай, не тяните. Форсфилды нормальные, но просачиваются часть зерглинга, проучи. Протос отбивается, блинкуется, теряет центрей. Да ладно. Дотекание небольшое от зерга. Приходит гидра. Минус Нексус. Нет. Блин, осталось 10 секунд. Да ладно. Блин, вот он перетерпит все-таки. А сейчас все-таки отступает на нычку. А, все, не успел. 30 секунд. Все равно же не отобьется паразит, но мне статс испортил. Ну ничего. Зато он сражался, как лев. Да ладно. Ну нет же, ты чего? Где дотекание? Играй как Стефана. Отстрели ему форжона, крутится. Вот другое дело.
Дави его. Дави полностью. Зелки отдаются без скорости. Сталкер приходит, подходит прямо под гидру. Широкий фронт гидры, хороший ДПС, нулевые грейды и... Это я лагаю? Блин. Ноль дропов. Так, и мы выходим из игры. Дисконнект из игры. Там был подлаг и решил выйти, учитывая то, что там все понятно. Но стрим не пропал, ни одного дропа нет. Я считаю, это все батлнет. Так, а давайте-ка попробуем сделать следующим образом. Кто у нас там играл? Палочки против Сейпло, да? А Сейпло у нас был? Сейпло когда-то был, если мы его... Мы его могли... А, мы же конференции. Надо его добавить. Надо добавить. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Что-то батлнет не загружается у меня. Нифига б себе. Реально, дискнуло из батлнет. ВТФ. Слышь? Стрим работает, батлнет нет. Надо трассировочку сделать. Какой там адрес? Какой там адрес? Какой там адрес? Какой там адрес? Просто батлнет? А меня кинет туда, куда надо. Я могу попробовать переключить интернет. Но мне как-то не нравится ситуация, что стрим идет отлично, а батлнет не очень. Давайте перезайдем в StarCraft. Давайте попробуем использовать другой аккаунт. Вдруг меня действительно забанили за что-то. За что меня банить? Нет. No. Да, предполагают, что перезапуск старика это фиксит. Есть подозрение. Пойду пока комментарии почитаю. Так, Майкер, тупострим ТТВТ, это редкость, понятно. Почему отказался от Razer Spectre? Потому что не очень люблю большие мышки. Сейчас я играю на Razer Orochi. Не заходит, представляете? Не заходит. Вот это да. Опа, что, у меня на роутере проблема? Первый же прыжок, до свидания. А какой, к черту, первый прыжок? Я напрямую соединен, без роутера. Так, давайте попробуем сделать следующим образом. Ой, не нравится мне эта ситуация. Скорее всего, в течение ближайшего времени стрим прекратится. Вот, но он очень быстро возобновится. И вам даже не нужно будет обновлять страницу, потому что если вы смотрите премиум или основу, да или овнит, у нас на наших, по крайней мере, премиум и основе сделано автореконнект. Поэтому... Не пугайтесь, сейчас все вернется, я протестирую второй интернет. Хорошо? Договорились? Ну и отличненько. Так, где оно? Что оно? Турель, ты выключи, пожалуйста, на всякий случай.